В Индии начался фестиваль Кумбха-мела, который проходит в этой стране раз в несколько лет в одном из четырех городов. В этот раз сотни тысяч паломников прибыли в Нашик на реке Годавари. Кумбха-мела переводится как «праздник кувшина», имеется в виду кувшин напитка бессмертия. Во время битвы богов четыре капли упали на землю в тех городах, где теперь и проводится фестиваль.